Скандал в турецко-голландских отношениях разгорается. Власти Нидерландов запретили въезд в страну Мевлюту Чавушоглу, главе МИДа Турции, когда он собрался выступить на митинге в рамках агит-кампании перед референдумом по изменению Конституции Турции. В ответ на это решение турецкий лидер Реджеп Тайп Эрдоган разразился резкой критикой в адрес голландцев. Конечно, это безумное замечание, отреагировал на выпад Эрдогана голландский премьер Марк Рютте. Я могу понять их недовольство, но это выходит за все рамки. Мы сделаем все, чтобы сохранить наши давние крепкие связи с Турцией, которым уже пара сотен лет. В целом я настроен позитивно, хотя сегодня, конечно, был не лучший день в турецко-голландских отношениях. В турецкой столице и других крупных городах страны проходят митинги в поддержку конституционной реформы, которая должна значительно расширить полномочия президента страны. Эрдоган рассчитывал провести агит-кампанию и в тех странах Европы, где присутствует значительная турецкая диаспора. Мы без сомнения введем против них санкции после 16 апреля. Они просто струсили. Они просто нацисты. Они фашисты. Вот так-то. Между тем, помимо Нидерландов, запрет на подобные демонстрации ввели также власти Швейцарии, Германии и Австрии, где проживают немало турок, сохранивших второй паспорт и потому принимающих участие во всенародном голосовании в Турции. По мнению властей европейских стран, подобные агитационные митинги представляют угрозу общественному порядку.